Первые заморозки ожидаются уже в ближайшие дни. Обширный антициклон, благодаря которому в Поволжье в начале осени воцарилась теплая погода, отступает на юг. Температура воздуха завтра днем будет 13-18 градусов, а следующей ночью прояснений на небе будет больше, и поэтому ночная температура, особенно в низких местах рельефа, будет опускаться до отрицательных значений от минус 2 до плюс 3. Вчера бабье лето, завтра ниже нуля. По мнению медиков, такие перепады для организма – серьезное испытание. Поэтому очень важно в этот период уделить особое внимание своему здоровью. Особенно метеозависимым людям. Чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредной пищи, высыпаться и пить витамины или есть фрукты. Ну и, конечно, сделать прививку от гриппа. С организмом происходит срыв адаптации. Происходит одновременное изменение очень многих условий – температуры, влажности, атмосферного давления, режима работы, да, люди вернулись из отпусков, светового дня, режим сна изменился совсем. Вот, поэтому все это создает дополнительные нагрузки на организм, и уже в зависимости от состояния организма, в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, насколько это был здоровый образ жизни, в тонких местах, конечно, происходят какие-то нарушения. В ближайшую неделю холодные ночи будут сменяться теплыми днями. И в выходные температуры воздуха также порадуют. По прогнозу синоптиков, воздух прогреется до 19 градусов выше нуля. Дождя не будет. Гульфия Сафина, Максим Гусев, Сергей Баскин. События.